Привет, дружочки. Чего ты попискиваешь? Мы же уже погуляли. Сегодня на улице было минус 20 градусов. И мы с Олегом совершили быструю вылазку на улицу. Очень быструю. Буквально он свои дела сделал, сбегал. И сразу забежали обратно домой. Вчера были у ветеринара. В общем, у Олега катаракта, выписали капельки, один раз вчера прокапали. Другие капли не те, что я купил в человеческой аптеке. Они не излечат катаракту полностью, они просто немного притормозят ее развитие. Вот так вот. Первый раз капли закапывали Олегу, это было страшно, я закутывал его в одеяло, держал. Настя ему капала в глаз, он пытался убиваться нас. Я вынес его за дверь, одеялком прикрыл, дверь закрыл. Он там лютовал, пока успокоился, потом я дверь открыл, он обратно зашел. Но я подумал, что Олег через неделю нас возненавидит после таких процедур. Вот, и отношения испортятся. Чтобы этого не произошло, придумал способ хитрый. Французики часто спят с приоткрытыми глазами немножко. И, в общем, я ждал момента, когда он заснет на правом бочку, чтобы закапать ему новые капли в левый глаз. И вчера так и сделал. Все получилось, он даже ничего не понял. Сегодня глазик уже видно, что лучше. Ну, воспаление прошло, конечно, катаракту это быстро не излечит. Лечение длительное, 3 месяца нужно капать будет. Вот так вот. А еще очень забавно было, когда он в ветеринарную клинику мы пришли. Мы идем с ним вместе. Он такой, не рассказывай, вовсе я не трусил. И он затрусил. И вот, не рассказывай. В общем, он очень сильно не хотел туда идти, пришлось его буквально затаскивать на поводочке внутрь. И он не хотел отходить от двери, пытался сбежать. Очень не любит любые манипуляции над собой маленький. Такие дела. Такие новости с полей. Ну все, ладно, не кусайся. Ладно, дружочки. Еще раз спасибо за поздравления. Олежке с днем рождения. Да ты не свались. Желаю вам всего доброго. И удачи. Пока. А, кстати, еще Олег взвесил. Его вес в его 7 лет 15 килограмм. 15 килограмм весит. Mm-hmm.